Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз включил наш обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно с вами рассматриваем. Рассматриваем ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей, статистики, отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный и важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие наши открытые позиции по инструментам. Так, ну что, в чате вижу, у нас народ подключается постепенно. Так, комментарии тоже вижу есть. Комментарии есть, возражений не имеется. Так, ну что, отлично, давайте начнем тогда наш обзор с вами. Значит, видим ситуацию, да, уже вчерашний день, да, у нас начало недели прошло, и начинается для евро-доллара неделя достаточно позитивная. Позитивно, почему? Потому что евро-доллар у нас вернулся к важной зоне, да, зона сопротивления, мы об этом говорили, ждем возврата к предыдущему максимуму, так оно и произошло. Ну и собственно покупки наши, которые были открыты, да, то есть с целями, да, все закрылись, в общем-то. Ну и сегодня уже вот буквально перед нашим обзором, да, то есть последняя цель наша, конечная зона 1.10, да, была достигнута ценой. Вот евро у нас укрепляется достаточно неплохо. Вот опять же фактором, конечно же, укрепления евро идет это общее ослабление американского доллара, да, то есть, ну и влияние, естественно, вчера у нас было влияние, сегодня продолжается влияние пятничных новостей, событий, да, то есть это, ну, скажем так, слабых темпов, да, инфляции, инфляционного давления, потребительских цен, статданные были, мы об этом с вами говорили, идет влияние, естественно. Вот что еще можно отметить, ну опять же политические факторы, да, которые продолжают позитивно влиять уже теперь, да, когда, ну скажем, неопределенность прошла. Сейчас уже известен новый президент во Франции, да, то есть Эммануэль Макрон им стал. Вот, впереди также, в общем-то, выборы в парламент. Ну и, собственно, большинство в парламенте, скорее всего, будут уже в поддержку Макрона выступать, который уже может успешно продвигать свои экономические реформы, собственно. Ну, то есть такой тоже позитивный эффект. Он продолжается, да, то есть, ну и Макрон, конечно же, ну, является таким союзником, да, вот для всего Евросоюза и, в частности, центра Евросоюза, для Брюсселя, вот, который активно помогал и продвигал, в общем-то, Макрона вот, в выборах во Франции. Ну, я думаю, не без помощи все-таки, да, данный кандидат, да, мог победить уже на выборах. Вот, поэтому сейчас идет такой общий фон позитивный. Ну и плюс, что еще можно отметить, сегодня у нас ждем важные данные по ВВП, ВВП еврозоны, и также мы видим, что в принципе есть определенные ожидания, да, и как правило, да, когда валютная пара, какой-то инструмент, определенная валюта укрепляется на ожиданиях, да, это значит, что рынок ждет хороших данных, да, которые их устроят. Ну и если эти данные подтвердятся, да, или цифра выйдет еще лучше, да, соответственно, мы можем увидеть еще большую динамику, рост, да, и возможно сегодня пробитие зоны 1.10 мы с вами увидим по факту. Вот, вчера, что касаемо Америки, да, особо у нас новостей, фона не было новостного, поэтому влияние
на американский доллар, как правило, со стороны, да, макроэкономических показателей не было в Америке. То есть продолжение, в принципе, сейчас идет, продолжение ослабления валюты американского доллара, то есть по всему фронту, да, валютного рынка по отношению к национальным валютам. Вот. Сейчас, в общем-то, подошли мы к важной границе зоны, будем ожидать, конечно же, покупки наши закрыты. Ждем чего? Ну, опять же, как сегодня цена себя поведет у данной границы, ну и плюс с учетом уже важной статистики, которую мы будем сегодня наблюдать. При пробитии зоны 1.10, да, то есть выход цены выше данного диапазона, то есть будем уже рассматривать продолжение покупок. Цели у нас с вами есть, мы об этом вчера также говорили. 1.1050 промежуточная граница, ну и основная цель — это зона 1.11 у нас с вами будет именно по покупкам. Вот. Что касаемо возможности, да, скажем, закрытия позиции, потому что евро-доллар у нас движется также в определенном диапазоне, то есть сейчас диапазон составляет 1.10, да, и 1.0850, это нижняя граница, поддержка, и как раз в пятницу мы вот от этой границы, в общем-то, развернулись, у нас выполнились условия, да, по покупкам, ну и мы, в общем-то, были, да, до сегодняшнего момента находились в покупках, поэтому ждем новостей, событий, и далее уже рассматриваем, если возможность пробития будет, рассматриваем покупка, да. Что касаемо разворота, да, и возможно фиксация вот этой вот коротких позиций, да, лонговых, фиксация прибыли, то есть что может привести к развороту как раз таки валютной пары, да, и возможно движение к нижней зоне границы 1.0850, то есть отсюда уже, ну, будем рассматривать при фактическом формировании максимума на 4 часовке, будем рассматривать возможность продаж как раз таки. Вот, поэтому посмотрим, сейчас мы находимся действительно у важной границы зоны, уже во второй половине, я думаю, на дневном обзоре, то есть уже, ну, картина, скажем так, будет более четче ясная и прояснится, да, то есть тут уже мы действительно будем рассматривать какие-либо действия, что касаемо евро-доллар, да, сейчас пока мы находимся в качестве наблюдателя. Далее. Что касаемо британского фунта, британский фунт у нас, ну, вчера видим, что абсолютно разноправленные движения, динамика. Сегодня мы формируем сейчас, да, очередной минимум на 4 часовке, продолжаем расти. Ну и сегодня у нас порция статистики, важные данные по инфляции. Вот, мы знаем, что в Британии, да, уже инфляция достигла оптимальных значений, более того, есть ускорение темпов роста инфляции, цен, да, то есть такой пока позитивный момент. Ну и сегодня ожидания, я вот на ожидания как раз таки открыл позицию с коротким стопом, тейк выставил вблизи, в общем-то, основной цели, зоны 1.2983, фунт-доллар у нас движется в диапазоне, уже, можно сказать, там третья неделя идет, да, то есть начиная там с конца апреля, да, движение. Нижняя граница при этом у нас составляет 28.56, верхняя граница 29.83. Посмотрим, там, по-моему, в 11.30 сегодня, как раз еще уже в конце нашего обзора зайдем, как обычно, с вами в экономический календарь, посмотрим цифры, ожидания, да, то есть, ну, и прогнозы свои уже составим. Вот, на текущий момент пока у нас фунт краткосрочно, видим, укрепляется и движется постепенно, уже после того, как в пятницу развернулся от нижней границы, движемся потихоньку к верхней зоне. Вот, диапазон есть, ну и прежде всего для уверенных покупок-продаж, конечно, я вам говорил, что мы ждем пробития, в общем-то, верхней границы, что касаемо покупок, что касаемо продаж, ждем пробития зоны 27.93. Вот. Ну и сегодня у меня вот короткая, в общем-то, позиция открыта именно на ожиданиях. Вот таким образом. Ну и вчера у нас, опять же, ничего особо такого важного,
интересного не было, но опять же с точки зрения цифр, статистики. Единственное, конечно, что можно отметить, все-таки вчера были результаты опроса, который проводился Королевским институтом персонала и развития, и, собственно, опрос уже показал, что британские работодатели планируют увеличить зарплату минимальными темпами, то есть она увеличивается с 2013 года минимальными темпами. Это указывает на плохие перспективы для британских домохозяйств, которые уже испытывают сложности из-за того, что есть сильный рост инфляции. Ну и работодатели в среднем ожидали повышения базовой заработной платы в будущем году на 1% по сравнению с прогнозом на уровне 1,5% в предыдущем квартале. И, соответственно, также в предыдущем обзоре квартальном, который был. На прошлой неделе, в общем-то, управляющий банком Англии Марк Карни предупредил, отметил, что сейчас домохозяйство сталкивается с трудностями, поскольку рост зарплаты превратился в отрицательный. То есть, ну, опять же, с учетом того, что мы уже корректируем зарплату на текущую инфляцию, в общем-то, отрицательная цифра получается, в то время как уже ожидания Банка Англии устойчивого экономического роста в ближайшие несколько лет зависят как раз от существенного роста заработной платы. Вот это сейчас один из главных факторов, в общем-то, такой момент. Вот, посмотрим. Но пока видим, что ну, достаточно все позитивно, если смотреть на график, техническая картина нам говорит, что участники рынка, инвесторы настроены позитивно в отношении британского фунта, так как у нас общий рост происходит, да, тенденция общая восходящая. Ну и движемся пока действительно в таком узком диапазоне, нету определенного стремления, да, потому что действительно есть еще и там, скажем, среднесрочные перспективы и события важные, которые пока влияют на принятие каких-то важных решений, кардинальных решений, да, по отношению к британскому фунту, да, потому что есть, в общем-то, ближайшие события, да, это повышение процентной ставки ФРС США, да, которое может повлиять на ситуацию с фунтом. Ну, конечно, кардинально она не повлияет, но динамику мы можем увидеть неплохую, да, и, скажем, на этой динамике также краткосрочно заработать, да, и вероятность повышения, то есть на текущий момент составляет там 74%, практически, если быть точнее, 73,8%. Вот, на прошлой неделе, в общем-то, эта вероятность была более 80%. Вот, процент снизился, опять же, вот, уже после выхода, ну, таких, скажем, неважных, ну, и данных по именно инфляции, да, потребительских цен, ну, неважных в плане того, что все-таки огорчили, да, темпы. Рост есть, но он очень-очень, конечно, незначительный и идет более того, да, то есть, скажем так, снижение темпа. Вот это негативная ситуация и вызывает осложнение роста, да, там, цен, потребительских цен. Значит, что касаемо британского фунта, то есть сегодня ждем новостей, событий важных. Ждем статистики, ну и ожидания с вами еще посмотрим. Поэтому сейчас, да, опять же, может быть, кто-то, кроме меня, да, скажем, тоже зашел на ожиданиях, такое бывает. Вот, ждем роста на сегодня, краткосрочного, да, ну и движение у нас есть, верхняя граница диапазона. Ну и самое главное, если мы сможем обновить прошлые максимумы, то есть это будет означать о том, что мы продолжаем дальше движение, рост, рынок позитивен, продолжение покупок, да, то есть, собственно, участники рынка докупаются. И здесь у нас с вами цели уже будут следующие, это зона 30.76. Так, сегодня Светлана написала: судный день для фунта. Какие слухи на рынке? Так, понимаю, что индекс потребительских будет.
лучше относительно предыдущих показателей. Вот. Но цифры мы с вами посмотрим конкретно, да, какие там цифры выходят. Я просто сегодня с утра смотрел, да, то есть, ну, вчера, естественно, тоже посмотрел. Там ожидания лучше, да, но опять же, что касаемо конкретных цифр, да, вот не помню, да, вот в конце как раз посмотрим уже с вами, какие там конкретные данные будут. И, ну, ожидания, конечно же, ожидания перспектив, да, в любом случае рынок ожидает дальнейшего роста цен, потребительских цен, да, общих базовых цен, соответственно, без учета, да, то есть питание и электроэнергии. Это, ну, скажем, позитивно настраивает рынок, да, и плюс, если ожидания совпадут, да, оправдаются или цифры еще лучше выйдут, то, конечно, это придаст уверенный рост, думаю, на сегодня, краткосрочный рост британского фунта, и сможем как раз увидеть достижение нашей зоны цели. Верхняя граница нашего вот такого диапазона узкого — это зона 29.84 просто-напросто. Так, что касаемо франка, видим, что доллар-франк продолжает двигаться вниз, франк у нас укрепляется, при этом постепенно мы достигаем наши очередные цели ближайшие, то есть, что можно отметить, 99.67 была достигнута зона, да, то есть сейчас мы двигаемся к границе 99.44, при этом продажа у нас актуальна, так как выполнились условия у нас в пятницу, пробитие зоны было 1.0050. И постепенно движемся к нашим очередным зонам целям. Конечная зона у нас с вами — это зона 99.02. И плюс также следующая у нас цель 99.24. Но сейчас, конечно, по факту мы еще не достигли зоны 99.44. Ждем достижения. Вот, поэтому продажи актуальные. То есть, ну, те, кто стоит в продажах, ну, думаю, что как минимум уже смогли заработать, да, скажем, если там закрытие с ближайшими зонами, целями, да, то, может быть, уже и не один раз смогли заработать. Поэтому посмотрим, дальше двигаемся, то есть идет процесс формирования среднесрочного минимума на текущий момент, с учетом того, что у нас было ослабление, да, то есть ожидаем все-таки следующий минимум уже выше, чуть выше предыдущего, ну и как раз вот зона оптимальная, да, откуда возможен у нас разворот, образование минимума, это зона 0.99.02. То есть отсюда уже будем рассматривать процесс, скажем так, разворота. Далее, что касаемо иены японской, видим, что иена у нас движется абсолютно разноправленно, при этом вчера у нас по большей части, видим, были разноправленные движения. Практически доходили до зоны 113.92. Видим, что иена на текущий момент, да, пока у нас укрепляется, на сегодня тоже показывает укрепление. И что касаемо дальнейшего укрепления и снижения пары, то есть здесь уже рассматриваем пробитие зоны 113.23, обновление предыдущего минимума на 4 часовке, да, то есть и возможность рассмотрения коротких продаж, краткосрочных позиций с ближайшей целью 112.69 достижения. Ну и здесь мы уже говорим, да, о процессе формирования среднесрочного максимума границы, да, и движения вниз. Что касаемо, опять же, роста иены, да, и снижения общего, снижения пары, то уже, я думаю, импульса, да, и все-таки настроения не хватит для того, чтобы достичь предыдущий минимум, который у нас был у границы 108.30, поэтому со временем мы будем наблюдать общую смену настроений, тенденций, да, то есть пока, конечно, вектор у нас общий сохраняется, потому что по факту мы не смогли обновить прошлый среднесрочный максимум, который был сформирован у нас в середине марта месяца, да, у границы 114.76. И поэтому мы ждем сейчас второго захода наверх. Но прежде чем пойдет у нас второй заход, конечно же, как я говорил ранее, что еще у нас иена укрепится, краткосрочно укрепится, да, но после уже укрепления ждем
разворота. Ну и, конечно же, также влияние, самое главное, происходит на иену, это ожидание все-таки ближайшего повышения процентной ставки ФРС США, вот, которое уже позволяет вырасти прежде всего паре доллар-иена, да, и ослабить японскую валюту прежде всего. Вот, и как раз вот этот вот рост, он был прежде всего на ожиданиях, на хороших ожиданиях. Сейчас мы корректируемся, потому что ожидания, да, все-таки, и самое главное, вероятность снижается, снижена прежде всего, да, пока на месте стоим. Вот, ждем, опять же, очередных важных данных, порцию статистики. И самое главное, то, что может поднять, повысить ожидания и, в общем, догнать цифру процент вероятности до, там, не знаю, 100% практически, 99%, это как раз-таки уже выступление крупных политиков, представителей ФРС, да, и членов комитета по открытому рынку. Вот. А здесь уже, я думаю, мы будем наблюдать выступления и, самое главное, комментарии, да, по отношению к денежно-кредитной политике, будущей заседанию уже ближе к концу месяца, да, то есть уже там, ну, после 20-х чисел, может быть, на следующей неделе как раз-таки будет актуально. И уже если будут положительные комментарии, вероятность, тогда уже увидим еще один этап укрепления американского доллара, да, то есть уже заранее будет отработка события, ожидаемого события, ну и в том числе иена, конечно же, отреагирует ростом продолжения. То есть сейчас пока будем, я думаю, в ближайшее время ожидать все-таки больше ослабления пары, да, то есть укрепления японской иены. Плюс параллельно будем смотреть влияние также поступающей статистики новостей от Японии. Вот, посмотрим, но пока сегодня вот мы видим, идет укрепление иены, ждем пробития 113, если у нас произойдет пробитие, далее уже короткие продажи, зона 112.69, и далее, если мы пробиваем еще и зону 112.69, тут уже рассматриваем продолжение продаж, короткие 112.06 у нас будет с вами очередная зона достижения, далее 111.62, ну и если мы пробиваем зону 101.62, конечная зона все-таки 110.71 у нас будет с вами, что касается продаж. Но пока мы в ожидании находимся. Может быть, сегодня как раз таки выполнится условия по продажам. Далее, доллар-канадец. Доллар-канадец у нас после того, как произошло фактическое пробитие зоны, это наша нижняя граница была диапазона, отсюда при пробитии мы с вами рассматривали продажи и рассматриваем на текущий момент 1.3651. Произошло продажа актуальная, ближайшая цель у нас 35.80, ждем сегодня достижения, ну и плюс далее уже с пробитием зоны 35.8, следующая цель у нас 35.30 и конечная зона 34.55. В общем-то, канадец у нас укрепляется. Самое главное, да, то, что позволило вот и в начало пятницы было положено, да, и понедельник укрепление канадца, это рост прежде всего нефтяных котировок на фоне важных сообщений, данных, которые были вчера, мы их с вами комментировали. Сейчас продолжаем, в общем-то, падает, да, то есть доллар канадец, канадец у нас укрепляется, плюс нефть сегодня параллельно смотрим, да, за продолжением роста. И у нас сегодня вторник, будут у нас данные по коммерческим запасам нефти от, в общем-то, США, да, посмотрим, ну и, конечно же, эти данные уже повлияют на рост, думаю, цен, да, на котировки нефти. Вот, наблюдаем, все-таки пока общее влияние есть, ну и плюс ослабление, общее ослабление американского доллара, да, вот как раз-таки влияет на пару доллар-канадец, и видим, что действительно у нас цена продолжает снижаться. Поэтому продажи у нас здесь более актуальны с вами, и ждем достижения ближайших зон целей по Канаде. Далее, австралиец. Вчера у нас австралиец, видим, дошел до зоны 7.443, произошел вчера разворот
Ну, мы, в принципе, ожидали этот разворот. Пока видим, что разноправлено абсолютно движение на сегодня. Что можно отметить? Значит, у нас сегодня была публикация протоколов прошлого заседания Резервного банка, которое состоялось в начале мая, 2 числа. И уже согласно протоколам, экономика Австралии в первом квартале растет в умеренном темпе. То есть, ну, однако, Центральный банк озабочен развитием рынка труда и жилья. Собственно, рынок труда и жилья требует тщательного наблюдения. Также в Центробанке отмечают, что данные по рынку труда в целом неоднозначные. Есть неопределенность по поводу объема нереализованного потенциала рынка труда. Вот что касаемо рынка жилья, то в протоколах отмечено, что существуют риски, связанные с уже с растущим долгом по ипотеке, и что нужно некоторое время, чтобы оценить эффективность недавних мер по регулированию, как раз таки мер кредитования. И также сегодня стало известно, что общее число продаж новых транспортных средств в Австралии уже с учетом сезонных колебаний выросло на 0,3% в апреле месяце после значительного роста на 1,9% в марте. В годовом исчислении в апреле продажи выросли всего на 0,1% после снижения на 3% в марте месяце. В общем, в целом, что касаемо протоколов, которые повлияли краткосрочно и повлияли негативно на австралийскую валюту. Сейчас мы видим восстановление общее, но при этом ожидаем все равно. То есть я сегодня открыл, с утра открыл продажу по австралийцу, как я вам и говорил, да, то есть при ожидании разворота, собственно, продажи актуальны. Ждем, промежуточная ближайшая цель у нас 73.84, далее возврат к сформированным предыдущим минимумам, зона 73.50 цель. И после пробития цели 73.50 у нас границы следующие краткосрочные 72.98, 72.76. Вот. Ну и плюс у нас есть среднесрочная с вами цель, это зона 71.70. Сейчас мы видим, что у нас формируется, в общем-то, очередной среднесрочный максимум. В общем целом у нас формируется, да, вот нисходящий такой тренд. Нисходящий тренд, и ждем ближайших зон цели и также достижения нашей среднесрочной границы. Поэтому актуально у нас как среднесрочные позиции, да, силовые, так и, собственно, краткосрочные. Также силовые позиции тоже актуальны. Вот, ну вот зона действительно такая 74.43, сильная зона сопротивления, поэтому отсюда уже ждем. Если сейчас, да, у нас цена, мы видим, вернулась к этой границе практически. Ждем разворота и далее все-таки движение уже к нашим основным целям. Вот, поэтому продажи есть, продажи актуальны до сих пор. Да, то есть ничего пока по австралийцу в общем целом не меняется. Вот, ну и ждем, самое главное, конечно же, формирование среднесрочной границы максимума на дневном таймфрейме. Для того, чтобы уже было полное понимание, да, и полная уверенность в том, что мы продолжаем двигаться по основному направлению. Вот такой момент. Так, далее. Новозеландец. Новозеландец у нас, мы видим, тестирует постоянно зону, важная граница 0,6890. Пока, видим, двигаемся разноправленно. Вчера были попытки пробития зоны закрепления, но по факту видим, что цена не смогла пробить, зафиксироваться. Поэтому мы продолжаем тестировать уже и сегодня, тестировать зону. В общем, в целом, конечно, у нас тренд нисходящий. Сейчас у нас идет процесс коррекции. Зона есть, откуда мы можем развернуться. Это граница 0,6920. Отсюда мы можем образовать максимум и разворот. Поэтому, что касаемо тех же продаж, да, то есть сейчас ждем формирования данной зоны. И дневка нам будет очень даже в помощь.
на текущий момент разворота, формирование максимума, и далее уже после разворота достижение основной зоны, пробитие 68.90, закрепление будет нашим таким основным сигналом к продаже. Продажи, уже ближайшая цель у нас будет по продажам, это зона 68.21, далее уже после прохождения данной границы следующая цель 67.80 и конечная зона 67.35. Да, мы можем вернуться, ну и вот пока видим, что движение действительно абсолютно разнонаправленное. Вот. Ну и ждем ожиданий, прежде всего, укрепления американца со временем, да, которое уже может привести к дальнейшему снижению. И самое главное, то, что нам дает повод действительно думать о том, что продолжение тренда нисходящего есть, это обновление минимумов среднесрочных. И как раз вот недавно у нас на прошлой неделе, буквально там, по-моему, в четверг, мы смогли достичь очередной зоны нашей цели по продажам и обновили минимум среднесрочный, вот как раз получается 5 числа, ну это в начале получается, в начале предыдущей недели. Вот, поэтому на текущий момент мы ждем, в общем-то, формирования границы максимума, разворота, пробития зоны 68.90 и рассматривать будем продажи. Так, ну и плюс ждем поступающую статистику, конечно же. Что касаемо золота, которое вчера достигло зоны 1237.07, ну, в общем, силовая позиция у меня закрылась, ничего менять не стал, хотя можно было, конечно же, стоп подвинуть, вот, но делаю я очень редко это, да, в основном, ну, есть, да, стоп-лосс, ничего страшного. В принципе, позиция покупка у меня сейчас открыта, да, вот, ждем. Важная зона 1237.07, отсюда мы рассматриваем с вами хорошие покупки при пробитии данной границы. Пока мы видим, что цена возвращается к этой зоне после небольшой коррекции. Возврат, если будет пробита сегодня у нас эта граница, цена сможет зафиксироваться, здесь уже хорошие покупки. Зона 1244.16 будет у нас, это первая цель по коротким покупкам, далее зона 1252.50, ну и конечная зона 1263.52. Вот. Что касаемо среднесрочных перспектив, я думаю, что уже, ну, в дальнейшем силы не хватит все-таки вернуться к предыдущему среднесрочному максимуму, то есть это зона 1295.25, ну и плюс у нас есть сильная зона, психологическая зона сопротивления 1300. Вот, цена близко подбиралась к этой границе, и сейчас мы разворачиваемся, уходим вниз, плюс, конечно, ожидания в дальнейшем, которые больше говорят нам о том, что все-таки постепенно будет полная смена настроений, да, и смена среднесрочных перспектив и тренда. Сейчас формируется еще и уже сформировалась, да, по факту можем говорить, очередной среднесрочный минимум. Вот, если этот минимум у нас будет обновлен в дальнейшем, да, то, ну, что скорее всего следует ожидать уже в ближайшем будущем, то далее уже будем наблюдать за сменой тренда, да, и полной сменой настроения все-таки. Вот, посмотрим, это уже, я думаю, будет ближе к концу мая месяца известно, ну и, конечно, в начале июня уже увидим по факту. Вот, но сейчас пока вот краткосрочное ожидание, да, роста, ждем достижения зоны 1237.07 на сегодня. И далее рассматриваем уже, как цена себя поведет у границы данной 1237.07 при пробитии. Покупки будем рассматривать. Поэтому золото у нас сегодня на мониторинге активном в плане покупок возможных на текущий момент. Далее, доллар-рубль. Мы видим, вчера очень хороший был гэп. Как раз таки с пятницы на понедельник, с учетом важных новостей и сообщений, которые были в выходные. Ну и практически цена у нас достигала нашей
крайней зоны нашего минимума 55-65, продажи были актуальны. На текущий момент, вчера мы видим, были попытки закрытия гэпа, ну и сегодня ждем появления котировки в терминале. Но что касаемо покупок, да, мы не рассматриваем, больше рассматриваем продажи. Ну, закрытие может быть у нас, да, там, в ближайшее время. Ну и также небольшое влияние, конечно, у нас происходит на рубль. Это укрепление, да, нефтяных котировок. Происходит такое вот влияние, опять же, незначительное, да, по сравнению там, с предыдущими годами. Конечно, сейчас уже, ну, с каждым годом, вот, скажем, влияние, да, нефти, нефтяных котировок все меньше и меньше. То есть зависимость рубля уже не такая сильная от нефтяных котировок. Вот, будем смотреть, и уже, скажем, при достижении зоны 56-82, здесь уже активно рассматриваем разворот, да, то есть и очередное формирование максимума, уже будем дальше рассматривать продажи с вами. Ну и цель, конечно, основная, это 55-65, возврат к минимуму. Так, ну и что касаемо сегодняшних данных. В 11.30 сразу же, вот она у нас, порция важных новостей статистики по Британии. Индекс цен производителей для начала, да, то есть, ну, это менее ожидаемые, конечно, данные, 0.2, 0.4, 0.2, 0.3 базовый индекс цен производителей. Видим замедление темпов роста, незначительные. Вот. Далее индекс цен производителей на выходе по году без сезонной корректировки, 3.4 тоже замедление видим. Индекс цен производителей на выходе, да, то есть здесь уже без сезонной корректировки апрель месяц, 17%. Тоже замедление по сравнению с прошлой величиной, 17,9. Далее базовый индекс цен производителей. Здесь у нас 2,5 без изменений. Так, и индекс цен производителей на выходе без сезонной корректировки тоже 0 ожидается. Замедление видим по сравнению со значением 0,4. Ну и более значимые данные уже, вот они также идут ряд. Базовый индекс потребительских цен у нас по году 2,2% ожидается, да, и по сравнению с прошлой величиной 1,8%. Далее также индекс, общий индекс потребительских цен 2,6% ожидания, да, то есть прошлая величина 2,3% тоже видим прирост по ожиданиям. Далее уже месячное значение за апрель, индекс потребительских цен, здесь без изменений 0,4-0,4. Вот, ну, конечно, влияние больше будет именно от годовых значений, все-таки изменения мы видим есть по ожиданиям. Ну и цифры, если у нас будет повторение, плюс если даже, ну, не на незначительное будет изменение, там, скажем, 2,3 и 2,7 мы увидим здесь, да, то тогда, конечно, фонд у нас краткосрочно отреагирует ростом. Сегодня участники отреагируют и увидим достижение нашей верхней планки диапазона. Вот, поэтому посмотрим. Я сегодня как раз вот на ожиданиях, прежде всего, зашел важных данных. Вот, и, конечно, самое главное, то есть будет обращать внимание именно вот на базовый индекс потребительских цен, годовое значение, и на общий индекс потребительских цен, тоже годовое значение. Так, далее. Здесь мы уже, дальше события у нас идут по еврозоне, отдельно Германия, индекс настроения в деловой среде. Рассматриваем, здесь мы видим, что индекс по ожиданиям, да, рост, то есть это позитивный фактор для еврозоны. Далее еврозона, в частности, новости, да, торговый баланс без учета сезонных колебаний. Видим, что прогноз у нас достаточно позитивный, 26,5 миллиардов евро. То есть идет у нас рост, да, и рост экспорта, да, то есть влияет на рост профицитного баланса. Так, далее валовой внутренний продукт, вот более важные новости, статистика, но видим, что здесь по ожиданиям без изменений. И уже, как нам показывает история, статистика, да, то есть прогнозы
по еврозоне, да, по важным показателям оправдываются на там, 80-90%. Да. Велика вероятность на сегодня, то, что мы увидим цифры такие же, как в прогнозах, величинах. Да, то есть 0,5 по первому кварталу и по году 1,7. Собственно. Ну и отражений, конечно, мы не увидим. В соответствии с этим, то есть когда у нас ожидания оправдываются, рынок особо не реагирует, но когда есть такие позитивные ожидания, рынок, как правило, реагирует заранее, отрабатывается, да, вот эти ожидания и то, что мы видим на сегодня по паре евро-доллар, то, что действительно идет отработка с учетом уже будущих важных новостей. Так, далее. Индекс экономических настроений еврозоны также сегодня в 12.00. Ну, конечно, менее важное событие, да, в сравнении с ВВП. Так, открытие Америки, изменение числа жилищных новостроек, изменение числа разрешений на строительство. К сожалению, ожиданий у нас здесь нету. Начальное строительство домов. Здесь мы видим цифра лучше. Стоит, чем прошлая величина, да, такой небольшой позитив краткосрочный. Динамика разрешения строительства тоже мы видим небольшой позитив. Посмотрим, что будет по факту. Далее также промпроизводство сегодня, месяц апрель, данные 0,3. Да, видим, что по ожиданиям темпы немного снижаются. Так, производственные мощности, да, то есть использование мощностей, цифра чуть лучше прогнозируется, 76,3. Вот, ну, видим, что если говорить по ожиданиям, да, Америки, то есть, ну, статистика смешанная, как это бывает очень часто в этом году, смешанные данные. Ну и вот как раз отчет Американского нефтяного института по коммерческим запасам сегодня будет уже в 23.30, поздно вечером. Так, ну и в ночь со вторника на среду смотрим. Ну, в основном у нас Австралия получается, индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac банка, индекс потребительской уверенности, индекс потребительской уверенности от Westpac, вот он, ну тут, к сожалению, у нас прогнозов нету. Прокомментировать не удастся. Так, индекс заработной платы, вот здесь более важный, да, скажем так, на что рынок может отреагировать при изменениях, но видим, что ожидания у нас цифры в сравнении с прошлыми величинами, то есть здесь роста не ожидается, по крайней мере, от рынка. Ну и уже утром в 7.30 промпроизводство, годовые месячные данные по Японии. Ожиданий тоже, к сожалению, нету. Вот. В общем, в целом, конечно, особо важных каких-то событий, новостей у нас нету ночью. Вот. Поэтому сегодня ожидаем еврозона. Да, у нас событий много, в принципе. И думаю, что динамика уже будет гораздо лучше в европейскую сессию на сегодня, чем за вчерашний день. Вот. И как раз таки встретимся с вами еще днем сегодня, уже по факту у нас станут известны цифры, обсудим, вот, и увидим влияние, уже влияние участников рынка. На текущий момент, в принципе, у меня все, что хотел рассказать, показать. Всем хочу на сегодня пожелать удачи, хорошего настроения. Видим, что постепенно у нас условия достигаются, да, то есть открываем новые позиции, рассматриваем новые цели, да, ближайшие цели также у нас с вами достигаются по большинству инструментов, поэтому ждем дальнейшей динамики движения, ну и дальнейших профитов. Вот. На текущий момент прощаюсь, со всеми встретимся еще с вами в 1:30, да, то есть, ну вот, кто сможет поприсутствовать, да, кто не может, ну, там уже завтра в 8:45 обсудим по факту, что у нас и произошло в общем целом за сегодня. Вот, со всеми прощаюсь, всего доброго и до скорой встречи.